такие. Вечер в Виннице. И орешка представляет. Красота. Не правда ли? Тут как раз почистили рыбу, то, возможно, потрошки им понравились. Тут и притягивают. Там находит. А, кстати, да, тут же перловку, кашу мы сегодня рассыпали много. И запах притягивает. А я там находил сейчас. Перловочка пошла. От Александра, кстати. Точно, точно. Ну, близко вообще, вот рядом с рыбой. Перловочка пошла, пошла, пошла. Ням-ням-ням. Я еще только что подсыпал. Звуки интересные еще издают. Готовится к отлету, по всей видимости, тоже уже в теплые края. В курортные, по всей видимости, Одесская область, Украина. В наши любимые места. Лиман. Будакская коса. Там они любят проводить зиму. Ого, нас все больше и больше. Уже тысячи. Были сотни, теперь тысячи. Здравствуйте. Заповедник. Птицефабрика. Они там еще были острова. Сегодня только первый день, да? Или они там постоянно? Они там постоянно были. Да. Я сегодня думала, они взяли вини, были прямо, а малюнка с ними плавала. Я думала, что они вообще забыли. Они были острова каждый день. Да. Вот они, качка. Ну да. Вони літають дружно, вони злітають. Так, да, вони такі один за одним. Але сьогодні, я дивлюсь, ці двоє сиділи там на острові на дереві. Думаю, де ж це на лєп? Там дивлюсь, да. Вони самі вже, вони вже великі. Інтересно, як вони полетяв. Я якось на платку сіла, вони сім часа про мене рядки. Миля, ти мені все заважаєш? Обалдеть! Ну, вони сьогодні вони до острова. Так, от літє горішка, я такого не пам'ятаю. Построєння я тут, да. Вечірнє. Вечерняя прогулка и построение. Так, где интереснее, да? Зрители и лебеди. И закат еще. Так. Ну хорошо, отдельный будет ролик еще. Сейчас. Тикток сегодня получит много видео. Ютуб. Счастливо пока.